должно быть 18, мы не дождем. Это 18. Я говорю, 18. А в какую партию? Я не знаю. Ну, давайте подождем. Я не знаю. А смысл? Ну, я вас в первый раз вижу здесь, поэтому смысл такой. Я здесь живу, вот и все, есть у нас. Все, это просто не будет, кого не ждет. Да. Зачем брать? Я помню, что первая фотография, которую видела, это на кране, по-моему, вот на Москва-Сити где-то. Вот я помню, что Симон завязал. Вот тогда я увидела ВКонтакте и подумала, что ну что за идиот, ну зачем этим заниматься вообще, ну что за фигня. Вот мы с ним тогда еще... Я думаю, что ему больше репутации, больше дал вот его... Когда он залез на звезду Кудринской высотки, когда он дал селфи, он стар Кудринки. Скажем так, ну, я говорю, что первое время, может быть, над ним все немного не то чтобы смеялись, но это воспринимали так, скептически, вот, ну, потому что такое детское увлечение. Случай такой в Москве в 2012 году тоже, летом Почфаров Алексей упал с главпочтампа. Но он, я не знаю, там точно вся история, но он наступил на стекло и провалился в операционный зал с 30-метровой высоты упал. В Москве есть 7 сталинских высот. Возможно, есть такая как бы система определения статуса среди руферов. То есть, ну, по сути, вот именно дотронуться до звезды, это можно считать за звезду.
Я, например, вот сидел на 5 звездах, то есть на лучах. И больше в Москве собрать нереально. Потому что люди живут и часто не знают, что на самом деле там в их доме. Я даже, бывает, спрашиваю людей, они типа, сколько в твоем доме этажей? Они говорят, да не знаю. Люди часто вообще не задумываются о том, что вокруг. Я вообще потерял полный интерес к высоте, я думаю, что вряд ли. Не обязательно крыши. Меня интересует вообще архитектура. Я часто сижу в интернете, чтобы посмотреть, когда какое здание построено, каким образом, какие там у него параметры. Доставлял больше удовольствия. То есть, когда выходишь на крышу, есть какое-то чувство свободы. И то, что сейчас Кирилл тратит время, то есть он сейчас попусту потерянное время. Забросил учебу там, ну, потому что мне это неинтересно. Мне, ну, не знаю пока, чем заниматься хочу в жизни. Вот мы с ним одного года, но он сейчас не учится, а я сейчас уже на втором курсе. Было таким, произошло таким все образом, что я учился на бюджете, и государство дает отсрочку, пока ты учишься на бюджете. То есть, ну, я на самом деле не хотел идти в армию, и был осенний призыв. У меня было 2 или 3 повестки, и я не приходил в военкомат. Кирилл, короче, не может двери открывать иногда, когда ему звонят домофон, потому что он думает, что это пришли, короче, за ним. Вот, нужно ему сначала позвонить по телефону, потому что иначе он думает то, что это вот, ну, кто-то пришел, чтобы его забрать. Я за него очень часто волнуюсь, когда мы залезаем на какие-то высокие объекты, мне действительно бывает за него страшно. Однако, когда мы с ним залезли на башню Сити, и он попросил сфотографировать его, как он висит, я его пытался всячески отговорить, потому что считал его поступок сумасшедшим. Но, однако, все-таки он говорит, если ты меня не будешь снимать, я сделаю это сам. Я тоже иногда не люблю чувствовать себя каким-то нелегалом.
я пошел в военкомат, и вот ну, на данный момент они должны решить, годен я или не годен. Заниматься будешь? Да. Давай, я сейчас тебя делаю. Тебя поднять? Ложков не трогай, здесь, да. Здесь. Давай, ты козырь. Я на высокой хочу. Да, на высокой. Опа. И давай. Раз. Опа. Ого, выход сразу. Скажи, вам встану. Вот дает, а он до середины сам наверное подтягивается, да? Ну вот не знаю, он, по-моему, особо не пробовал. Чучучапа, подтягивайся. Младший. Сразу с детства по пернику. Ой, не понимаю. А, вот, бегает. Ух ты. Ого. Молодец, давай, иди. Ой, блядь, все страшно. Страшно? Слезай, слезай сам. Слезай, еще тогда держи, цепляешься. Папа, вот сейчас познакомились. Пожалуйста. Ну, если я буду годен, не знаю, может быть, я пойду служить, может быть, нет. Ну, я имею в виду, что в этом году. Может быть, я побегу от армии, может быть, пойду. Не знаю. Хочу много чего сделать. Ну, может, не только сделать и посмотреть.